покидаешь интернат. Вот тебе свидетельство о рождении, медицинская карта, сберкнижка, ну и паспорт. Теперь ты у нас совершеннолетняя, держи. Спасибо. Так. Эльвира Федоровна, я еще хотела попросить насчет письма от Кости Васильева. Вы не посмотрите? Это от курсантика, что ли? Угу. Посмотрю, что ж не посмотреть. Вон у меня их сколько, видишь? Целая пачка. Саши, Миши, Сережи, Артемы. Нет, Танюша, от Кости Васильева ничего нет. Пропал твой жених. Не пропал. Он на сборы уехал. Он мне фотку присылал. Полгода назад. Вот они, невесты, до востребования. Ой, Таня, Таня. Ну, не расстраивайся ты так. Ты же новую жизнь начинаешь. У тебя еще все впереди. Обязательно встретишь еще свою новую любовь. Другого. Зачем мне другого? У меня Костя. У нас немного общего, и он вот писал, что из этих мест тоже, как и я. Да какая разница, из этих, не из этих. Ты главное соображай сразу, ты не доверяйся никому. Очень уж ты добрая. В деревню ты еще не передумала ехать? Как ты там будешь с хозяйством управляться? Ведь вы же ничего не умеете. Поехала бы вместе с другими в город, в общежитие. Эльвира Федоровна, если письмо от Кости все-таки придет, вы Светке передайте, ладно? Тань, ты что, уходишь уже? Спасибо, Аленочка. Да. Ты хоть приезжай. Куда же я денусь? Мы тебя ждать будем. Вы письма пишите, ладно? Таня! Все, спасибо. Давай, пока. Пока. Таня! Ну ты чего? Тихо, тихо. Ну что ты? Приезжай. Ну, пожалуйста, ну хоть раз в неделю. Ну успокойся. Приезжай. Вот обустроить в гости приедешь. Хочешь? Ну все, давай. Пока, девчонки. Пока. Пока. Приезжай. Хоть приезжай, мы будем скучать. Мы тебя очень любим. Приезжай. Красивая. Подумаешь, какая важная. Ну, сиди и молчи. Билет купи и молчи. Ну, что ты пристал? К Лидке вон к своей приставай. Да где она, Лидка-то? Нету Лидки. Я ей письмо написал, ответа нету. Может, человек вон первый раз в автобусе ездит. Спасибо. Тебя как зовут-то? Таня. А меня Нюра. На. Угу. Ты докуда вы едешь-то? В Чудесное. А у тебя кто там? Никого. Дом от родителей остался. Хозяйка, что, обустраиваться будешь? Угу. Приедешь, уберешься, да? Молодец. А я вот работать не люблю. Я отдыхать люблю. Да. А мне мой так и говорит, ты, говорит, Нюра, полежать не дура. Thank you.
Девушка, а вы чего здесь? Я Татьяна Агашкова. Это наш дом. То есть, мой. Ну, во-первых, я ваш участковый, Дмитрий Воронков. А во-вторых, судя по всему, сегодня ночью на вашем участке произошел поджог. Поджог? Да. В бутылке остатки керосина. Буду разбираться. О результатах я вас обязательно оповещу. Как с вами связаться? Теперь даже не знаю. То есть? Так тебе что, жить негде? Ну ладно, поехали, отвезу тебя. Поехали в Дорохово. У меня там родня. У них переночуешь. Все, пойдем. Чего здесь сидеть? Только расстраиваться. Ну, пойдем, пойдем. Так, пап, держи. Дядя Петя, он замечательный. Они когда-то с моим отцом вместе на флоте служили. В общем, он мне теперь как родной. Пол дома пустует у них. Так что, я думаю... Спасибо вам. Да не за что пока. Он на пенсии, дома сидит, за соседскими детишками присматривает. Сказал кочегар кочегару, огни мои в топках совсем не горят. В котлах не держать мне вот пару. Огни мои в топках совсем не горят. Здорово, дядь Петь. Плацкий, привет. Здорово, ребятня. Здорово. Здрасте. Здравствуй. Знакомься, это Таня. Татьяна Агашкова. Замечательная Таня. Всем Таням, Таня. А чё грустная такая? Слушай, тут такое дело. Ну-ка, дайте-ка дяде присесть. Ой. Девятня, ну-ка, давайте-ка поздоровайтесь с девочкой. Вот. Привет. А как тебя зовут? Меня Галя. А меня Кузя.
Сирота. Родители погибли лет 10 назад. Вчера ночью дом сгорел. Да, дело. Не приведи Господь. Ну что ж, пускай остается. Девчонка, вижу, добрая. Вон, ребятишки-то как облепили. Все, шпана, по каютам, и чтоб полный штиль. Все. Ну, давай вещи. Вот сюда проходи, Танюша. И присаживайся, присаживайся, не стесняйся. Вот, комнатка хорошая. Мы с женой, с моей Верой Григорьевной, Царство Небесное, детскую хотели здесь обустроить. Не случилось. Ночью окошко откроешь, луна светит, красотища. Лампу поставим, читай не хочу. Читать любишь? Да. Про любовь, небось, читаешь? Ага. А я вот про мореплавателей люблю. Про Кука, про Васку де Гаму. Ну, ладно, ты, небось, устала с дороги. Отдыхай, Танюша, отдыхай. Пойду что-нибудь на стол соберу. Спасибо вам, дядь Петь. Да что ты, не за что, не за что. Селицем. Так. Только вот теперь тебе работу найти надо. Надо подумать. А что думать-то? А хоть на почту. О! Точно! На почту! Кузькина мать в декрет ушла. А там квалификации-то не требуется. Там только руки нужны, то есть ноги. И только вот договориться надо. Ну, это мы договоримся. Ну, за работу. Миша, пока. Так, ну ладно, Агашкова Татьяна Николаевна. Посмотрим, что ты за птица. Даю тебе испытательный срок. Будешь разносить корреспонденцию. Спасибо. Пожалуйста. А где? Что? Ну, корреспонденция. Агашкова, а ну присядь.
Ну, поспеваешь? Да. Молодец. Хорошо работаешь. Стараешься. Ноги как? Гудят. Гудят. Ясное дело, гудят. Ничего, привыкнешь. Да, девонька. Тебе бы велосипед, конечно. Да где ж его взять-то? Искупайся. У нас там вода, знаешь, какая? Ух! Я пока самовар поставлю. Спасибо. Эх! Значит, вы рекомендуете... город. В общежитие. Вы ж поймите, это такие дети. Специфический контингент. К работе не приучен, они... Ни чаю заварить, ни пуговицы пришить не могут. Да, а характер ершистый. Нет, Танюша, хоть и с мягким характером, но... Они все одного поля ягоды. Сироты. Я вам просто советую в город. Сразу в город. Намучитесь вы с ней. Привет. Уже? Конечно. Кого ищем? Да, мне друг говорил, что из этих мест, а я адреса не знаю. Хм. Что ж за друг? Адреса не дает. Он дает. Просто он друг по переписке, а сам сейчас в городе. Ох уж мне эти переписки бестолковые. Ну почему, Зин? А Тамара Клёкшина? А что? Что Тамара? Знаю я эту историю. Легенда почтовая. Почему легенда? Она по переписке себе мужчину и нашла. От переписки дети не родятся. Еще как родятся. Она потом мальчика родила. Слушай, ты его видела? Мальчика? А как же? Не знаю, не знаю. Все, у меня обед. Я на улице. Люб, Люб, а что это за история? Все, обед. Пошли. Ну? Ну вот. Лет 10 назад это было. Ага. Приходили на наше отделение письма до востребования. От одного человека, от мужчины, заключенного. На имя нашей местной жительницы Людмилы Цыпочки. Но она их никогда не брала. А он все слал и слал. Слал и слал. Так они были знакомы? Нет, ты слушай. Нет, они не были знакомы. Они так, заочно. По переписке.
Но она их никогда не брала, потому что боялась. Ей заморочили голову, кто-то с уголовником связан, ну, да, и все такое. И правильно. Правильно, что не брала. Меня, например, личности с темным прошлым не интересует. Зинаида, ну нельзя же. Нельзя всех, кто под одну гребенку грести. Хватит языками чесать. Закругляйтесь. Угу. Ну так вот, значит. А потом эта Людмила Цыпочкина уезжает. Угу. Насовсем. Здрасте вам. Здрасте. Вот. А письма все приходят и приходят, приходят и приходят. И Тамара, которая тогда работала на моем месте, взяла и вскрыла письмо приятного этого аппетита. Николая. Угу. Ну, так звали того мужчину. И оно ее заинтересовало. Не так. Она, ты знаешь, она заплакала, как прочитала. Всю ночь не спала. Ну, ты-то откуда знаешь? От Степанны. Решилась Тамарка ответить этому Николаю от имени Людмилы. Ну и завязалась любовная переписка. Настоящая любовная? Да, они год так переписывались. Угу. А потом вдруг он заявляется, представляешь? Тамарка испугалась, не знает, что делать. А он пришел и говорит, что сразу понял, что это не она ему писала. И полюбил ее. Сделал ей предложение и увез ее, ну, на это... На Северное море он ее увез купаться. Ну, Зин, ну перестань, ну, письмо. Потом от нее пришло, мальчик у них родился, и все нехорошо. А на конверте в адресе так и написала. Девчонкам с Дороховской почты. Подвезу. Ой, спасибо. Держись. Слушай, ну, работа есть, это, конечно, хорошо. Но как насчет пойти поучиться, так сказать, получить профессию? Есть такое желание? Угу. Я когда маленькая была, хотела стать врачом. А теперь понимаю, что буду учителем. Хочу работать с детьми. А, так ты будешь поступать? Буду. Обещаешь? Обещаю. Смотри, у меня память хорошая. Я тебе потом масло дам, будешь его смазывать. Спасибо, я сейчас. Осенняя. Так вот же она, наша осенняя это. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуй. Тебе чего, дочка? Да я дом ищу. А ты почтальонша, что ли, новая? Да, почтальонша. Я вижу, сумка. Как звать-то? Таней. А, ну а я баба Катя. Танюш, ты глянь, мне письмеца нет ли, а?
Я уж давно от внука письма дожидаюсь. Может, дождалась. Ну, глянь, глянь. Ну? Нету, извините. Да чего ж ты извиняешься? Ты-то тут при чем? А у вас внук откуда пишет? Да в том-то и дело, что совсем не пишет. Прям все сердце изболелось. А чего это мы с тобой через забор-то беседуем? А ну-ка давай заходи ко мне. Давай, давай. Я с почтой дружу, я тебя просто так не отпущу. Сейчас будем чаи гонять. Давай. Ваш трудовой подвиг навсегда вписан в славную летопись Отечества. Желаю вам доброго здоровья и благополучия, президент. Правильно? Да. Молодец. Да он мне вообще нравится. Обстоятельный мужчина. Он хоть интеллигентный, а простой. Ну, Ирке Бунеевой такая же пришла, и слова там такие же. А обращение иное. Дорогая Ирина Петровна. Видишь? Значит, помнят нас по именам-то. Не забывают. Выходит, что так. Ну вот. А знаешь, как приятно внимание-то? Мы ведь, Танечка, действительно всю жизнь, честно, для России-то трудились. Вот и президент уж мне написал. А внук чего-то не пишет. Как это так, а? Ну, подождите, бабушка. А вашего внука как зовут? Костей. Костей. Я ведь 5 писем ему туда отправила. Они обратно вернулись, как невостребованные. Вот он. Шалопайчик-то мой. Да, глаза у него хорошие, добрые. Сразу видно, что хороший человек. Значит, полгода не пишет. А может... Чего может-то? Чего? Если б заболел, не дай Господи, то мне бы сообщили. Да-да, конечно. Конечно. Ну ладно, баб Кать, поехала я. Ну давай, Танюшка, заезжай. Уж чайком-то всегда напою. До свидания, ну, давай. Спасибо. Здорово, Федоровна. Привет, Лидух. А это кто? Почтальонша наша новая. Почтальонша? Угу. Детдомовская. Ты поаккуратней с детдомовскими-то. Чего это? Да ну тебе. И это оказалась Костина бабушка Свет. Представляешь? Я же его теперь почти нашла. Это его дом. Я видела его комнату. Его фотку еще до училища. Его велик. Прям как музей. Все как при его жизни. Типун тебе на язык, дура. Тань, ну извини. Я пошутила. Ты понимаешь, он ведь бабушке тоже ничего не пишет. Свет, может быть, что-нибудь случилось. Полгода назад он велел ей писать ему в город. До востребования. Но все ее письма к нему вернулись. Она его так любит. Все ждет, сидит у окна. Он молчит. Вот тебе и любовь до востребования. Любишь его? Люблю. Не понимаю я такую любовь. Виртуальную. Какую? Какую? Виртуальную.
Это как, Свет? Ну, это когда пацан вертит тобой на расстоянии, как хочет. Меня вот видишь, зверь подвел. А вы на почту приезжали? А? Да нет, я говорю, ехал мимо и зверь подвел. Это он на вас обиделся. За ним ухаживать надо. Ухаживать? Точно. Видно, свечи водой залил. Я его на речке мыл, а там цветы разрослись. Я нарвал, вот думаю, много цветов-то. Держи. Чего они тут будут? Спасибо вам. Да не за что. Можем на ты? Я хоть милиционер, но не такой страшный, правда? Правда. Ну что, заведется, как думаешь? Да. А? Должен завестись. Слушай, там на речке, гляжу это... Рыба блещет. Думаю, может, сходить? Сходим? Куда? На рыбалку. А, на рыбалку, конечно. Можно сходить. Значит, все, заметано. Хорошо. Ну, давай, пока. Счастливо. Явилась, не запылилась. Ухажера нашла, да? Нет. Это Дима на реке нарвал. Степана не спрашивала, а то мне еще письма разбирать. Да нет, тихо пока. Танюш, ты вон вазочку поставь такую красоту. А что это он цветы нарвал? Ботаника увлекся, что ли? А Дима, между прочим, парень хороший, неженатый. Почему бы к нему повнимательнее не присмотреться? Бери бутерброд, Тань, проголодалась небось. Сейчас, спасибо. Девочки, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Татьяна, тебя там какой-то мужчина спрашивает. Спасибо. Здравствуйте. Агашкова Татьяна Николаевна? Да, я. Очень приятно, очень приятно. Участочек продать не желаете? А вы, простите, кто? Агент страховой. А по совместительству агент по продаже недвижимости. Я слышал, что у вас дом сгорел. Да, сгорел. Жалко. Жалко, да. Горят дома, горят. А мы страхуем. Ну, с вашим домом уже ничего не поделаешь. Вы же не будете новый дом строить? Средств пока нету, да? Нету. Вот видите. А участочек продать можно? Есть заинтересованные люди. Не думали? Нет, не думала. А вы подумайте. Получите круглую сумму. Приобретете новый велосипед последней марки. Ну и вообще. А вы знаете, у меня работы много. Я пойду. Вы работайте, работайте. Не в последний раз, как говорится. Еще увидимся. До свидания. Всего самого хорошего. Самого хорошего.
нифига не видно. Вообще не разберешь. Свет, может, начальнице сказать? Ты что, дура? Сразу выгонят. А ты представь, там государственная тайна. А ты на нее воду пролила. Фу, его надо открыть. Нет, ты что, с ума сошла? Чужое письмо. Ну, узнаем, кому оно, и отнесешь. Нет. Я так не могу. Ну и капец тебе. Будешь ходить с этим письмом до гроба. А на почте все равно узнают, что письмо пропало. Начнут уголовное дело, и тебя посадят. За государственную тайну. Хорош, Свет, ты чего? Я за тебя волнуюсь, дура. Да ладно, давай я. Свет, ты что сделала? Да все, надорвала уже. Открывай. Ну-ка. Здравствуй, голубка моя. Я без тебя теперь как дурак. Хожу ни туда, ни сюда. Даже с мужиками на дысь в пивную не пошел. Звали сильно, не пью. Сперва пил, а теперь зарок, чтоб ты не думала. Что я, если что, то того. Все, сижу после работы дома и жду, что позвонишь. Ответь хоть слово, а то засохну. Не могу я без тебя, все вспоминаю, как мы с тобой тогда. А потом когда-то вышло... А потом когда то вышло, я был не виноват. Она ногу повернула, а ты обиделась. Ежели бы мою, если ты в мою любовь не веришь, то будь, что будет. И то, и не то. Маюсь я. До 30-го обожду еще, а потом, ежели так, то я того. Твой голубь. Ну, ё-моё. Хоть бы имя написал. Ну, и что мы узнали? Что голубь любит голубку. Вот именно. И что мне теперь делать? Да. Слушай, а если она не ответит, то ему каюк. Он написал, ежели так, то я того. Застрелится или с моста. Да ладно. Я тебе говорю. Того оно и есть того. Вообще я довольна. Степанна, она, конечно, строгая. Зато Люба добрая, а Зина веселая. Веселая. Хороша, хоть она замуж вышла. А то давала прикурить на пару с Анькой. Анька это кто? А продавщица из Сельмага. Одинокая? Она одна у нас тут незамужняя, по которой все мужики-то сохнут. И письма любовные пишут. Вот насчет этого не знаю. А что разлучница она и стерва, это всем известно. Ой! Чего, бабкась? Ой. Что, плохо? Ой. Подумали чего? Да про письма заговорили. У меня ж дочь завтра день рождения. Неужели Костик мне даже открыточку не пришлет? Прежде-то он всегда меня поздравлял. Ну, день рождения. Это хорошо, что день рождения. Значит, отметим. Да? Ну, чего вы, бабка Ася? Thank you.
дешевая. Да нет, ты что, Санек, она же жесткая. Да ты чего? Да, да ладно. С утра жесткая, потом помягчает. Да она не жесткая, она забористая, берите. Точно, точно, после нее сразу под забором оказывается. Слышь, а ты ее прям под забором пишешь, чтобы недалеко идти. Поколола, да? Давай, бери, говорю. А кто в этом отделе? Королева английская, кто же еще? Да я одна тут царствую, чего тебе? Скажите, а вот как думаете, такой платочек для бабушки хорошо будет? Че? Думаю, про ваших бабушек, что ли? Знаешь, как они мне надоели? Бабки ваши. Семенова, товар иди прими. Сама прими давай. Я уж сегодня приняла, да, мужики? А вы Аня Семенова? Нет. Я Кандализа Райс. Да ладно, ладно, Семенова я. Чего тебе? Я ваш новый почтальон. Ой. Поздравляю. А куда Кузькину мать-то девали? В расход, что ли? Говорила ей, дуре. К нам на почту письмо пришло, а адрес размылся. Скажите, вы письма от мужчины не ждали? Чё? От кого? Как-то от мужчины? От какого еще мужчины? Чё ты болтаешь-то? Мне мужчины не пишут, между прочим, писем. Выдумала тоже, какие-то письма. Не жду я ничего. Ты платок берешь или нет? Нет. Извините. Ну что, берешь водку? Бери, говорю. Да берем, берем, Ань. Давай. Подзаборную. Подзаборную. Да. Маленький. Ты такой хороший. Понравился. А вы продаете? Да возьми, милая, так отдам. Пойдешь ко мне? А помогите мне его тогда посадить. Вот и договорились. Спасибо вам. На здоровье. Спасибо. Держись, держись. Ну, хорош. Симпатюля какой. Ну как? Проверил свой домик? Ничего себе домик. Так у меня раньше трезор здоровый кобель был. А умный, бывало, подойдет, вот так морду вот так положит и смотрит. И смотрит, ну прям как человек. А этот тоже умный будет. О, видишь как? Ну-ка, видишь как смотрит-то, ой. Ну, слава богу, хоть не одна буду. Я ж хотела щеночка-то взять, да все не решалось. А теперь будет кого воспитывать, да? Спасибо тебе, Таня, отличный подарок. Баб Кать, а вам Костя письмо прислал. Ну вот видишь, я ж тебе говорила. Молодец. Это он к моему дню рождения подгадал. Ну что вы, баб Кать, все же хорошо. И в самом деле, чего это я? Пошли-ка, Таня, в дом. Пошли скорее, пошли письмо читать. У меня уже стол накрыт. Ой, Танечка, радость-то какая. Иди на место. Ой, господи. Учеба идет хорошо. Я стал отличником боевой и политической подготовки. В начале года мы ездили на сборы. Потом готовился к экзаменам. Еще раз поздравляю с днем рождения от всей души. Желаю здоровья, чтоб не болело сердце. Берегите себя. Извините, что коротко, у меня еще срочное задание на сегодня. Ваш любящий внук Костя. Ну, теперь понятно, что он так долго не писал. Только чует это он ко мне на «вы» теперь? А это их, наверное, в училище так учат-то старших уважать. Ну, конечно, он ведь, ну, будущий офицер. А у них там все по-военному, каждой минуткой дорожат. Утром подъем, зарядка, туда послали, сюда, строевая. Да за день-то, небось, так набегаешься, что и сил-то никаких нет писать, правильно? Ну да, мне тоже так кажется. Он ведь и мне... Мне кажется, ну,
Там у них и время-то по-другому идет. Ну, у нас полгода прошло, а у них как будто месяц. Ой, поглядеть бы на него. Ну, письмецо-то ведь мог бы поподробнее написать. Ну, узнать бы, чем питают, какая обстановка. Ну и... Ой. Ну, теперь, я думаю, напишет. А то и приедет. А что? Лето. Им же увольнения полагаются, как думаешь? Не знаю. Ну, письмо, может, напишет. Буду ждать. А... Приедет. А мне теперь и ждать веселей. У меня ты есть. И Шарик. Ну, по такому поводу надо выпить. Наливай. Ты за рулем, тебе много нельзя. А мне полную. Федоровна, принимай гостей. Ой. Мы сейчас с пацанами слушаем крутой музон. Мы сейчас с ребятами, нет, мы с друзьями слушаем хорошую музыку. Да. Сейчас мы с друзьями... Слышь, здорово. Привет. Письмо давай. Какое письмо? Какое письмо? Такое письмо. Какое мне вчера сельпо показывало? Давай, это мое письмо. Ну, я его написала. Ну, вернее, ну не я, ну, короче, мне его написали, давай. А кто написал? А тебе-то что, кто? Можете еще рассказать, с кем я ночи своей коротаю? Письмо давай, говорю. Я письмо вам сейчас не отдам. Время не рабочее, почта закрыта. Че? Почта закрыта? Да я сейчас вас тут все пооткрываю. Письмо давай. Ты же кто тут такая, а? Для вас Агашкова Татьяна Николаевна. Ой, Татьяна Николаевна, я тебя устраиваю, Татьяна Николаевна. Зинкина школа, я вижу. Ладно, коза, я тебе рога-то пообломаю. Нашлась тут. Вставай. Всю рыбу проспишь. Ну вот я и решила написать как будто от его имени. А то она так переживала, прям до слез. Ну да. Ну и как она? Обрадовалась. Очень обрадовалась. Но нужны же человеку положительные эмоции. Правда, она теперь его ждет. Говорит, что он скоро приедет. Обнадежила я ее, да? Ну, не без этого. Лучше бы он сам, конечно, расщедрился. Но у Кости служба. Да какая служба? Училище. Что ему, письмецо трудно черкануть перед сном. Да и увольнительные есть. Дим, но мы же не можем знать всего, что у человека происходит. Ну ладно, ладно. Пусть сам разбирается. Смотри, у тебя клюет. Так. И что делать? Удочку бери. Беру. Ну, тихонько. Так. Ну, поднимаем. Поднимаем. Тихонько, тихонько. Резко, давай. Где? Ну, давай. Вот эту штуку. Отсекай резко. Ай! Ай-яй-яй. А где же рыба? Сорвалась. Ничего, в следующий раз поймаю. И вот, короче. А она мне отвечает, что она Кондолиза Райс. И что письма не ждет. Ой, вообще грубая она вся какая-то. И все с мужиками. Любезничает. Да, уж такой стервы вряд ли. Вряд ли кто-нибудь напишет, голубка моя. Знаешь что? А ты не отдавай этой змеюке пока письмо, ладно? Ой,
Здорово. Давай пять. Здравствуй. Молодца. Привет. Слушай-ка, а кто тебе все-таки твой этот дом-то поджег? Дима это выясняет. Какой Дима? Ну, Дима участковый. Участковый? Симпатичный. М? Сколько лет? Лет 30. Так. Симпатичный. Угу. Хороший человек. У тебя все мужики, человеки какие-то. Человек, человек, ты нормально, скажи, он мужик нормальный, а? Женатый, холостой. Толстый или худой? Не худой, не женатый, не толстый. Мужик? Mm-hmm. Нормальный мужик. Mm-hmm. Надежный, наверное. И хороший человек. Ну, конечно. Ну, так и что этот Дима? Ничего. Ой, да ну тебя. Ты какая-то непрактичная. Ну, как-то говорят, неприспособленная. Да тебе не любовь искать надо, а партнера. Какого еще партнера? Ой, сексуального. Дурочка ты. Скажешь тоже. Хм. Стыдно даже. Ой-ой-ой. У меня мой Костя. Как же можно изменять? Такие вот наши с вами дела, Екатерина Федоровна. Эх, милый, нельзя мне в больницу. Ко мне внук должен приехать. Но не могу я. Я вас силком тащить не буду. Здрасте. Вы внучка? Я нет. Подруга. Подруга? Очень хорошо. А вот что, подруга, ей волноваться нельзя. И еще. Можете вот это вот подавать. Ну, всего хорошего. До свидания. Спасибо. Ну, и чего? Ну, чего-чего. День рождения был хороший. Веселый. Потом вы ушли, а я стала про Костика думать. Ну, думаю. А тут... стук в дверь. Я думала, Костик. Бежала открывать, а там эти... ну, которые участки-то скупают. Ну, я и разнервничалась. Вот и... ты мне дай-ка его портрет поближе. Здрасте, Федоровна! Ты что, помирать собралась, что ли? Да нет. Я поживу еще. Мне еще внука повидать надо. Лид, вы посмотрите за ней, ладно? А то мне в город очень надо. И Шарика покормите? Ну, езжай, я посмотрю. Все равно одна теперь. Поругалась со своим Женькой. Ну, езжай. Привет, Тань. Ты куда? Я в город. А что, случилось что-нибудь? Да нет. Так, проехаться. В рабочий день? Ну, ясно, надо. Так давай, может, я тебя подброшу? Да нет, спасибо, вон автобус уже идет. Спасибо. Ну, ладно. Ты в городе поздно не ходи. И на последнем не езжай. Так, впрочем, чего это я?
Значит, Васильев? Костя, да. Васильев. Он в списках не значится. Как не значится? Уволили его. Как? Когда? С третьего курса, в феврале. За проступки, несовместимые со званием курсанта. Извините. А где мне его найти? Я не знаю. Извините, а вы сегодня вечером свободны? Что? Вы сегодня вечером свободны? До свидания. Девушка, девушка, вам Костя нужен? Да, Васильев. Вы его знаете? Ну, как, знаю немного, учились вместе. А вы не знаете, где он живет? Ну, нет, где живет, не знаю, но говорят, он на набережной где-то в кафе обитает. Спасибо. Девушка, подождите, вы же его еще увидите. Ну, передайте да. ему, что вы с Васей говорили, он мне денег должен. Ага, так вы говорите, с палочкой. Ну, да, да, с тросточкой. Я, говорит, вам бабушка дом подстрахую. Застрахую, наверное. Ну, за... Ой, да, господи, какая разница. А я гляжу, а у него на левой руке наколочка. Наколочка? Какая? Витя. А мне сказал, что его Борей зовут. Такие, я извиняюсь, дома страхуют, а потом они горят. А он один был? Не, когда я с ним до калитки-то дошла, гляжу, машина красная стоит, а в ней водитель. Рожа такая бандитская, чернявый такой, с бородой. И глазами так зырк-зырк. Ну, а на вид сколько? Ну, лет 60. Ну, не... Ну, может, 50. Так, ладно, хорошо. Спасибо вам, Екатерина Федоровна. Ну, давай. Короче, курсант, ты тут посиди, подумай, конечно. Но деньги нам нужны сегодня. Через час мы тебе позвоним. Ты понял, щенок? Время пошло. Смотри мне. Течу. Кость, я Таня. Таня Агашкова. Ну, мы переписывались с тобой. Я тебе фотку отправляла. Слава богу, а то у тебя такой вид, как будто тебе денег надо. Таня, ты с силикатного завода, что ли? Да нет же. С Дороховского интерната. Ну, я тебе писала, что скоро выйду. Про девчонок наших. А ты писал, что отличник. И что на сборах тебе значок дали. Ну? А здесь-то ты откуда взялась? Я тебя нашла. Через бабушку. Бабушку? Бабушку. Слушай, мне бы... Напряжение снять. У тебя деньги есть? Да, есть. Официант! Слушаю. Значит так. 200 водочки. И давай мясного сорти. Хорошо. Да? Костик мясной сорти заказал. Ну что, напился, что ли? Ты ему в долг не наливай. Там как бы за него баба платит. Ну ладно. Угу.
Михаил Михайлович, это Воронков из Дорохова. Здравствуй. Слушай, я по поводу этой серии поджогов. В селе Чудесное, да. Да, ты не мог бы посмотреть? Тут ко мне еще в феврале приходил запрос на некоего Васильева Константина Витальевича. Да, 87-го года рождения, вот из села Чудесное. Улица Осенняя, 9-й дом. Ага. Посмотри, пожалуйста, что там этот гражданин начудесил, а? Ну да, какие обстоятельства. Ты понимаешь, мне кажется, тут есть какая-то связь. Таня, Танечка, Танюша. Нет, нет, я не буду. Мне нельзя. Мне на работу еще завтра. Да ладно, хорош. Смешная ты, что тебе с этого будет-то? Ты вообще кем работаешь? Я почтальоном. Зашибись. Почтальонов у меня еще не было. Знакомых. Ну, давай. За встречу. За встречу давай. Давай, 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 давай. А хорошо, что ты меня нашла. И ты меня. В смысле? Ну ты же мне первый написал. Прекрасные незнакомки из интерната. Ну я-то писал так. Кто ответит? Хотя, да. Ты права. Так и выходит. Кость, тебя бабушка очень ждет. Ты бы съездил к ней. Я уезжала, у нее сердечный приступ был. Ей очень нужно, чтобы ты приехал. Ладно, давай лучше еще 200 закажем. Да, давай, конечно. Официант! Значит так, еще 200. Вы бы сначала за это расплатились. Я тебе фраер, что ли? Блин, достали. Танюш, заплати, а. Я сейчас. Сколько? Да. Там все написано. Да, Коль. Конечно. Не-не-не-не, Колян, я уже думаю. Да не, нет, я в смысле уже придумал. Слышь, я же это, я про бабушку совсем забыл. У нее ж дом в деревне. И участок. Сколько соток? Не знаю. Понял, узнать и ждать твоего звонка. Все, Танюха. Послезавтра еду к бабушке. Решено. Танюха, за нас. Кость, может, не надо больше, а? Надо. А знаешь, почему я не еду? А потому что бабушка думает, что я учусь, а я... Кость! У тебя вот такая бабушка, она все поймет. Танюх, Танюша, почтальонша ты моя. Сейчас, Танюх. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Стоять. Стой, 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 стой.
Что вчера так вышло. Да ничего. Ну ладно, давай, мне на работу надо. А ты кем работаешь? Космонавтом. Ладно, я пойду, а то... А то ракета улетит без тебя. Я прилечу завтра, на дневном чудесный. Чудесно. Чудесно. Да бог с ним, с училищем-то. Главное, жив остался. Вот дурень-то. Это он из-за училища боялся. Дай я тебя расцелую, милая ты моя. Красавица ты моя, умница ты моя. Заходи-ка в дом, я тебя накормлю. Нет, баб Кать, вы что, я не могу. Мне надо бежать на работу, меня сейчас убьют. Завтра вместе встречаем дневной на остановке. Ну хорошо, ну беги, Танюшка. Ну пока. Господи. Ну что, Агашкова, опоздания начались. Что у нас дальше-то будет? Ладно, вижу, каешься. На первый раз прощаю. Спасибо вам, Нина Степановна. Вы самая добрая и справедливая. Ты человека-то нашла. Ну ладно, иди. Пенсии разнеси завтра, разложишь и разнесешь. Привет. Привет. Куда пропала? Никуда, с работы иду. А ночью? Ночью в городе гуляла. Опоздал на автобус. Опоздал на автобус. Ну-ну. Что ну-ну? Ничего, ну-ну. Зайдешь? Да нет, спасибо. Почему? Ладно, что тут говорить, все сказано. Детский сад какой-то. Кто детский сад? Я детский сад. Доброе утро. Какая ты красивая. Спасибо. Ой, не зря в город съездила. Моя школа. Только босоножки надо другие. Сельпо есть, красненькие такие, импортные. Самое то. Дорогие? Нормально.
Спасибо. Ой, да ладно. Здрасте. Здрасте. А можно померить? Да, пожалуйста. Маленько. Как здоровье? Нормально. Пакеты с деньгами не находили? Ага, вместе с ключами от Мерседеса. Угу. Пошли, мальчишки, на обед. Прошу вас. Пропали. Что значит пропали? Если украли, надо в милицию заявлять. Если потеряла, тоже надо заявлять. Алло, участкового мне. На почту, срочно. Срочно, говорю, деньги пропали. Догулялась, доигралась, расфуфырилась. Да ты же всю бдительность на косметику променяла. На работу опаздываешь. А че ты ревешь? Я к тебе такое доверие, а ты? Я тебя предупреждала, Агашкова, что работа это очень серьезная. Да что ж ты меня позоришь? Ну я же не специально. Я не пуфырилась. Ко мне жених приезжает. Ну, я виновата. Но я же не виновата, если украли. Это еще не все. Вот. Любуйся. Сегодня заявление пришло. На тебя, на мое имя. Ты зачем письма-то чужие читаешь? Я же хотела как лучше. Нина Степановна, я просто думала, что такое письмо, оно обязательно должно дойти до адресата. Ведь человеческая жизнь решается. Я потихоньку открыла. Это... Агашкова. А ты знаешь, как это называется? Вот это называется должностное преступление. Все. Разве я могу такого сотрудника держать? Не могу. Все. Может, попросим за нее Степанну? Под горячую руку? Ты с ума сошла? Ну, вот смотри. Так, ты сейчас подробно вспомнишь и расскажешь, где ты была,
Что делала? Я в сельпо была, босоножки покупала. Потом понесла бабе Нюре пенсию, а денег нет. Меня уволили. В сельпо. Кто-нибудь в магазине был еще? Анька. Я не помню. Я босоножки мерила. Ну подожди, ну успокойся. Босоножки, кстати, хорошие. Спасибо. Анька. Ну-ка, ладно. Посиди здесь, а я сейчас... Куда, кстати, нарядился? К бабе Кате внук приезжает. А она меня в гости пригласила. Ну-ну. Анна Николаевна, пакета здесь никакого не находили. А что это вы тут потеряли? Да вот не я. Интересно. А что же это у нас? Частным сыском уже занимаются участковые. Анька, не валяй дурочку. Ты меня знаешь. А ты меня не пугай. Пуганая. Не боюсь я. Ну ладно. На, держи свой пакет. И скажи своей Татьяше растеряше, пусть не бросает деньги, где попало. И мне пусть спасибо скажет, что я денежки нашла. А то бы денежки тю-тю. Нет, ну надо же, а. Ведь детдомовской такие деньги доверили. У тебя не спросились. А надо было. Почтальонша, блин. 9, 10. Все нормально? Спасибо вам, тебе. Большое. Тебя давно видно не было. Слушай, ты когда на Волков последний раз ходил? В смысле? Ну, ружьишко давно проверял, исправно, нет? Я опять не понял. Ладно, пойдем в дом, подробно изложу. Ну, пойдем, излагай подробно. А что это ты про ружье спросил? Здравствуйте. Доброго здоровья. Скажите, а вы письма не ждали? Письма? Нет, а что? Тут такое дело. К нам на почту письмо пришло, а адрес размылся. То есть, это я воду пролила. Ну, покажи. Только я его открыла. Я... хотела имя посмотреть. Я виновата. Погоди, виниться-то. Дай. Это же он. Кто он? Женька. Это он. А? Подружились уже? Ты отдыхай, Костенька, отдыхай. Намучился там в городе-то. Господи, воздухом нашим дыши. Умойся.
Хочешь, в комнате ложись, а хочешь, на дворе, там лежаночка есть. Слушай, ба, сколько у нас здесь соток, а? Да я не помню, 18, кажись. Сколько? Может, 8? Что его знает, может, и 8. Там в документах написано. А тебе зачем, Костенька? Да нет, нет, просто. Думаю, мало ли что. Может, удобрять придется, а сколько навоза везти, непонятно. Костенька, милый, да здесь уж давным-давно все удобрено. Ну, не беспокойся. Ну, ладно. Слышь, ба, сделай чайку. Я сейчас, я мигом, Костенька, родной мой, сейчас. Да. Да. Да, да. Слушай. Я найду документы. Мне часа 3 хотя бы, да, я. Ну, мне же и объяснить надо, что такое залог вообще. Ну и она же. Я понял, все. Да, через час. Угу. Все, через час. Принес, идиот. Документы? Какие документы? Ты какую-то экспликацию принес. А мне нужно свидетельство на право собственности. Коль, ну извини, я толком посмотреть не успел, на стрелку торопился. Какие стрелки, щенок? Ты еще на стрелки-то не ходил. Значит так, чтобы через час свидетельство было. А то я к твоей бабушке сам приеду и съем ее. Да, я понял. Ты не врубился, что ли? Этот дом уже мой. А я тут с тобой барышники гоняю, блин. Пошел отсюда! Я понял, Коль. Честно понял. Поссорились мы. Я думала, он изменил мне с Анькой. Сама видела, как он ее на руках до своего автобуса нес. Значит, она ногу подвернула. Неужто правда? Ну почему бы нет? Всякое же бывает. Мне Анька расписала, как она с ним то да сё. Я целый месяц мучилась. Знаешь, как больно было? До сих пор маюсь. Жду, а от него ни слуху, ни духу. Странный он. Пришел бы сам. Дурачок. Ой, да все они какие-то странные. Да. Не разберешь. А хорошая у нас Танюшка-то, да? Чего? Танюшка, говорю, хорошая. Слушай, бабуля, можешь мне салатику сделать, а? Огурочков там, редисочки, короче, все в кучу. Вот дур старая. Самое главное, ты и забыла. Конечно, Костенька, я сейчас. Костя, ты мне не поможешь? Слушай, бабуль, тут такое дело, мне, короче, деньги нужны. Так возьми, Костенька, на кухне, в кошелечке, на холодильнике. Да нет, ты не поняла, мне другие деньги нужны. Мне много денег надо. Дом заложен. Я юрист привезу, а потом выкупим. Как юрист? А ты что, по суду, что ли? Я не понимаю, Костя. Что ты не понимаешь? Что тут непонятного? Что я неясно говорю? По какому суду? Ну, при чем здесь это-то? Костенька. Я же тебе говорю, русским языком объясняю. Вот документы, заложим дом. Деньги дадут, я с долгом рассчитаюсь. А жить-то? А потом выкупим. А жить-то? Жить-то где будем, Костенька? Да здесь ты жить будешь, здесь, в доме. Что тут непонятного? Нельзя, нельзя, Костенька, дом-то нельзя.
У меня на книжке есть, слышишь? Да мать твою, никакие книжки здесь не помогут! Ты понимаешь, грохнут нас из-за этих денег, и тебя, и Костенька, меня! Костенька! Костя! Я прошу тебя! Ты что, дура, что ли, а? Костя! Костя! Костенька! Ну неужели ты из-за денег? Неужели ты из-за дома приехал, Костя? А? Костенька, да бабка тут концерт устраивает! Плохо ей, видите ли! Ну а кому сейчас? Костенька! Ей вообще давно пора на покой, она тут задержалась. А для тебя идеальный вариант. Минуту переживаний, и за все расплатишься сразу. Коль, я не могу так. Это же бабушка моя. Че, не можешь? Значит, я сейчас подъеду. Да тебе повезло, дурень. Я на дом тебе хрен отдам. Да что ты повисла? Ты не видишь, я с человеком разговариваю. Бабушка! Баб Кать! Кость, ты что? Да малолетка тут это орет, почтальонша. Значит, я сейчас еду. Тащи эту почтальоншу на дорогу и смотри, чтобы не сбежала, а то я завалю тебя, падла. Сделай так, чтобы в доме никого, бабка типа сама померла, ясно? Понял, сейчас. Поднимайтесь, бабка. Кать, пойдем. Танюш, пойдем. Ты что делаешь? Мне больно! Танюша, пойдем! Ты не видишь, скорую вызвать надо! Вызови, вызови! Отпусти меня, бабушке, плохо! Сейчас вызови! Надо скорую вызвать, срочно! Костя, отпусти! Да что ж ты делаешь? Отпусти меня! Помог уже. Thank you.
Как же вы догадались, когда автобус подавать, а? Так это Женька герой. Он как услышал треск мотоцикла, тебе еще груш. Что это за звук такой? Он так же Димкин зверь орёт. Значит, нам пора. Да? Ну? Жень! Да ладно, дядь Петь. Ладно, не ладно, спрыснуть это дело надо. Так, герой, спрыскивать выходные будете, а ему в рейс еще сегодня в город. Давай, давай. И я с вами поеду. Мне нужно бабу Катю проведать, как она там в больнице. О, и я с тобой. Пойду, только оденусь поприличнее. Хорошо. Все-таки в город едем. Накажут. Спасибо вам. Мы женаты. Спасибо тебе. Ну вот, другое дело.